Итак, снова всем привет, друзья и подписчики моего канала. Поздравляю всех с наступившим 23 февраля, всех мужчин. Вот, желаю вам, ребята, сил, здоровья, всего самого наилучшего, как можно больше денежек. Самое главное – это семейство, благополучие вашей семьи. Семейство – это важнее всего, ребят. Вот, берегите свои семьи, берегите себя, не болейте. Вот, и всем защитникам Отечества, тем, кто служил, тем, кто не служил, передаю огромный привет. Неважно, ребят, сегодня мужской день, вот, поэтому всем здоровья. Вот, сегодня мы зашли в магазинчик с супругой, ну, там с моим другом, втроем вышли. И вот думали, что бы прикупить на 23 февраля. Я остановил свой выбор на вот таком вот кальвадос. Кальвадос, кстати, звучит так довольно-таки интересно, да? Вот, ну, давайте начнем с истории. Что такое вообще напиток кальвадос? Напиток кальвадос – это дистиллят, в первую очередь, не ректификат. Дистиллят, именно дистиллированный методом, получается, он методом дистиллирования сидра. То есть сидр, опять же, бывает грушовый, бывает яблочный. И путем дистилляции, собственно, вот такой напиток вот производится. Кальвадос. Данный напиток стоит в районе 500 рублей. Вот, тут вот такая вот интересная бутылка. Кстати, довольно-таки симпатичная. Вот она, бутылочка. Сегодня мы его попробуем. Расскажу о его вкусе. Кстати, сам ни разу не пробовал. Ни разу за свою жизнь не пробовал вот именно кальвадос, поэтому для меня это будет, так сказать, первый раз в жизни. Вот. Ну, собственно, вот такая вот 0,5 бутылочка, 40 градусов оборот. Как вы можете видеть, кальвадос Pomme de Victor's. Взял я его в магазине, да, вот у нас недалеко от дома. Ну, давайте почитаем, собственно, что этот кальвадос из себя представляет. Ребят, кальвадос-то оказывается белорусский, ординарный, кальвадос Pomme de Victor. Состав: дистиллят кальвадосный, выдержанный, минимального возраста 6 месяцев. Вода питьевая, подготовленная, сахар, пищевая добавка, краситель, сахарный сироп Колер. Номер один, простой. Минимальный возраст выдержанного кальвадосного дистиллята 6 лет. Ну и дата розлива, лято поля. Импортер: Республика Беларусь, Минская область, импортер, организацию. Угу. В общем, ребят, это вот Республика Беларусь, оказывается. Так что, кто меня смотрит, может быть, Валера МХМ будет смотреть вот это видео. Это, оказывается, белорусский дистиллят. Вот, может быть, вот со временем у нас будут появляться белорусские такие вот вещи интересные, которые я не пробовал. Обязательно буду покупать и буду для вас делать обзорчики, собственно, да. Вот, попробуем. Ну, давайте посмотрим на бутылку. Бутылка интересная. Вот с таким вот донышком. 0,5 написано. Имеется акцизная марка Российской Федерации. Как крепкие спиртные напитки, акцизная марочка тут присутствует. По поводу пробки. Пробка, как вы можете видеть, вот такая вот. Без лишних наворотов. Обычная пробочка. Но, в принципе, очень достойная бутылка. Могу сказать, что такую можно и, ну, и на свадьбу куда-нибудь, на день рождения, да, купить, угостить людей. Будет не стыдно. Интересно. А тут такая типа печать. Печать кальвадос. Раньше такие ставили печати. Очень интересная бутылочка, прям интересная. Давайте-ка попробуем. Сегодня я еще ничего не кушал. Вкусовые рецепторы у меня не забиты. Вот, и поэтому для меня это будет как бы первый глоток. Будем пробовать, ощущать. Собственно, дегустировать я буду вот из такой вот рюмочки. Фужерчик, можно сказать. Значит, не рюмочка, а толстая рюмочка. Фужерчик. Вот, гусь хрустальный. Итак, давайте мы сейчас откупорим наш кальвадос. Или кальвадос, как его правильно называют, точно пока не знаю. Вот такое СМР открывание у нас сегодня. Так, ну что, давайте набулькаем немножечко на первый раз. 40 оборотов, ну, пока достаточно. Так, кальвадосик, да, кальвадосик. Так, сейчас я понюхаю сначала по запаху. По запаху, ребят, знаете, что напоминает, честно? Напоминает
Самогон, чисто самогон, вот просто запах. Яблочный есть, яблочный присутствует. Такое ощущение, что это самогон на яблоках, только не 70-градусный по запаху, а 40-градусный. Ну-ка. Да, ребят, вылитый Сэм. Сэм, самогон на яблоках просто. Яблочный самогон, вот. Но 40-градусный. По запаху это именно он. Сейчас попробуем на вкус. О, хорош. Да, ребята, это самогон. 40-градусный сэмыч. Но интересно, интересно. Чувствуется дистиллят прям сразу. Штука крепкая, да. Крепкая, не, так сказать. Прям так хорошо обжигает. Сразу тепло пошло. Вот буквально пригубил чуть-чуть. Один глоток. Но, ребята, это мощь, мощь. Ну, тем более, если вы... Ну, опять же, кто ценит крепкие алкогольные напитки, тот поймет. Если девушки будут употреблять, желательно, конечно, на мой взгляд, с соком, с яблочным употреблять его, будет самый идеальный вариант. Не знаю, вот у меня супруга взяла колу, как это будет с колой, не знаю. Он получит такая яблочная кола. Вот, но на самом деле с яблочным соком будет вообще вот так вот будет топчик. С прохладным яблочным соком заходить будет шикарно. Ну, ребят, теперь я выпью за ваше здоровье. Поздравлю вас с праздником еще раз. С 23 февраля, мужики. Всем вам счастья, добра. Всем мужчинам, кто смотрит мой канал, хочу пожелать развития ваших каналов, у кого есть канал, у кого нет канала, успехов в работе, счастья в семейном плане. И самое главное, здоровья, ребят. Ваше здоровье, чин-чин. С праздником, друзья. Вторая пошла уже, да. Попроще. Да. Ну, ребят, вот честно скажу, если хотите попробовать что-то вот такого дистиллированного, это, ну, вот как самогон. Не знаю, вот, ну, может быть, легче пьется, да, потому что 40 градусов, не 70, но очень-очень, очень на самогон смахивает. Не знаю, понравится ли моей супруге, она самогон-то не очень. Но ничего, сейчас мы ее спросим и как раз нальем ей коктейльчик. Так что, ребят, смотрите, ну, лично мое мнение, да, мне нравится. Я, в принципе, и самогончик тоже раньше пробовал, и самогончик я уважаю, особенно на яблоках, который настоен правильно, 70-градусный. Вот. И чачу, в принципе, тоже я уважаю. Вот, поэтому это вот что-то очень похоже на чачу и на самогон. Ну, только 40 градусов. Ну а на этом я, наверное, буду заканчивать этот обзорчик. Могу рекомендовать просто людям, тем, кто ценит крепкие алкогольные напитки, ценителям, попробовать кальвадос. Вот. Вещь интересная, интересная. Вот. Ну, соответственно, ребята, не злоупотребляйте, потому что, как говорится, алкоголь в больших количествах вредит вашему здоровью. Пейте в меру, пейте дома, расслабляйтесь. Вот. Включите музыку, послушайте, фильм посмотрите. Самое главное, несите приключения на пятую точку. Вот. И будьте здоровы, друзья. Всем счастья, добра и хорошего настроения. Последнюю за вас. Всем пока, друзья.